Приходит женщина к врачу и говорит: «Доктор, муж у меня слабый стал раньше, часами как бык трепал меня в постели, а сейчас вялый какой-то стал, ну не могу, ну не нравится он мне такой, сделайте что-нибудь». «Да без проблем, раздевайтесь». «Что? Но если вы хотите, чтобы он был как бык, начнем, пожалуй, с рогов». Всем приветики! Спасибо большое за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Большая часть моих подписчиков обращается ко мне, чтобы я как можно больше оставляла реквизиты своей карточки. Впереди, сами понимаете, праздник Новый год. Ни для кого не секрет, буквально вот месяц назад, когда у меня была такая вот, ну, небольшая, да, проблемка, у меня выпал, в основном проблема выпал зуб у меня передний. Кто меня долго смотрит и подписан на мой канал, видели, да, то есть у меня зуба не было. Я вот буквально сказала, ну, кто желает, хочет помочь мне, пожалуйста. Ну, и оставляла, да, реквизиты своей карточки. Вот буквально, вот знаете, я даже не думала ни о чем. Просто были желающие, писали в личку, там, Юля, да, там, Юсик. Куда, что можно привезти, пожалуйста. Я не думала, что вот действительно столько много добрых, отзывчивых людей, которые действительно, да, там, я не говорю там мне, вот давайте такую-то сумму, нет, 10-20 рублей. Я понимаю, да, конечно, но как-никак, я хочу сказать, на моем канале 100 тысяч подписчиков, даже чуть побольше. Вот если каждый, да, там понемножку, и уже сами понимаете, да, какая сумма денег. И вот буквально, да, те, кто вот желал, хотел мне помочь, да, я набрала эту сумму, сделала себе зубик. А оставшиеся денежки, да, я купила все самое вкусное, игрушечки, все сладости, сходили с детьми, отдохнули. Поэтому сейчас много желающих в преддверии Нового года также мне помочь. Хотят меня чем-то побаловать, порадовать. Поэтому я, честно говорю, я не против. Все, кто желает, все, кто хочет порадовать, да, естественно, большая часть пойдет... ну, детям, да, то есть я не то, что я там побежала, все такое. У меня, конечно, семья, дети, то есть все-таки Новый год, да, и себя, конечно, побаловать могу, вот, поэтому есть такие, да, подписчики, которые, ну, я хочу сказать, на постоянной основе мне помогают, поддержат, я очень им благодарна. Вот, спасибо вам огромное, поэтому все, кто желает реквизиты, я свои оставлю под видео, пожалуйста, никого не заставляю, не выпрашиваю, даже ничего не подумайте. Просто все, кто желает, кто меня просит, реквизиты под видео. Всем пока-пока.